Итак, сейчас мы находимся на стенде, где представлена продукция компании Apogee и новинка Apogee Quartet. Очень интересная новинка, которая обладает массой классных функций. У нее есть 12 входов, 4 из которых... Давайте вот перевернем ее. Значит, есть 12 входов у этой карты, 4 из которых это комбинированные входы с преампами, плюс 8 входов по ADAT оптическому. Есть 6 аналоговых выходов, плюс выход на наушники, который может быть использован как дополнительные выходы 7-8 аналоговые. Есть у нас здесь на передней панели вот такие вот дисплеи, на которых мы можем отслеживать различные уровни сигналов. Интересная функция, вот эти вот значки A, B, C. Что они дают? Ну, так как на задней панели мы видели, что у нас есть 3 стереопары, 6 выходов, вы можете переключаться прямо с карты между тремя парами различных мониторов. Это очень удобно для сравнения на различных акустических системах в вашей студии. Одной из ключевых фишек этого интерфейса, конечно же, он обладает превосходным звучанием, свойственным продуктам компании Apogee. При этом следует отметить, что этот интерфейс работает с iPad. Таким образом вы можете получить вот то высококачественное звучание Apogee при работе с вашим мобильным приложением, производить записи, воспроизведение, мониторинг сигнала с iPad, используя высококачественные конвертеры Apogee. В целом Apogee Quartet – это вот такое удобное, на мой взгляд, мобильное решение в таком прочном металлическом корпусе, его приятно подержать в руках. Все здесь под рукой, органы управления тоже очень удобные, можно управлять здесь усилением, вот такое колесо для управления, гейн, управление гейном, мультирежимное, то есть здесь мы переключаемся между различными функциями. На задней панели у нас есть разъем для USB, подключение по USB у этого устройства. Ну вот такой беглый обзор этой новинки. К сожалению, пока послушать ее не удается, но по отзывам людей здесь интерфейс действительно получился очень качественный, подойдет для продюсеров, которым нужно высококачественное звучание. Вот. И еще отмечу, что компания Apogee обновила интерфейс Apogee Duet. Сейчас он, визуально он изменился не сильно, практически не изменился, но сейчас он может работать так же, как и Apogee Quartet с iPad. Ну, таким образом вы получаете вот высококачественные конвертеры Apogee в мобильном решении. Вы можете взять свой iPad на лайв, на выездную запись и взять аудиоинтерфейс Apogee и получить высококачественное преобразование сигналов из аналога в цифру и из цифры в аналог. Вот, если будут какие-то вопросы, звоните в MusicMag, пишите, с удовольствием постараемся вам ответить на них.